Друзья, всем привет! Сегодня я вам предлагаю окунуться в детство, и я приглашаю вас в гости к первоклассникам Артека. Первым уроком сегодня по расписанию урок музыки. Сейчас мы заглянем и посмотрим, чем занимаются дети. Сегодня мы с вами продолжаем тему Дима. Музыкальная азбука – это нотки, это нотные ставки, это скрипичный ключ. Мы сегодня будем с вами знакомиться. Тихо. Мы будем сегодня с вами знакомиться с музыкальными понятиями. Итак. Вот он наш дом, наш милый дом, ре, ребячья болтовня. Микстура перед сном, фа, фантазия моя. Соль в солонке на столе. Вот так вот в Артеке проходит у первоклассников урок музыки. А вообще интересно, в Артек постоянно приезжают знаменитые композиторы, исполнители, музыканты. И даже среди артековских учителей есть авторы известных хитов. А пока дети сидят на музыке, в столовой уже полностью идет приготовление к завтраку. А сегодня на завтрак у детей макароны с сыром и омлет. Но пока ребята завтракают, я вам расскажу, что у них сегодня по программе. Значит, первым уроком музыка, потом математика, потом письмо, потом физкультура, после физкультуры прогулка, обед и английский язык. Чтобы не нарушать процесс обучения, я хочу вам показать класс, пока детишек нет. Вот это стол учителя, вот такая вот доска. Доска во всю стену, на которой можно писать мелом сразу. То есть не как привычная доска была у меня, например, висела на стене деревянная. А здесь практически вся рабочая поверхность стены может использоваться. В классе около 20 человек. Очень много места. Очень просторный кабинет. Вот тут есть игровая зона. В целом, вот так вот выглядит класс, в котором первоклассники учатся в Артеке. Слышите, тут такой звонок. А вот здесь на стене, но это не первоклассники, это уже ребята постарше. Календарь погоды.
отмечают, какой день, какая была погода. Но я думаю, вы знаете, о чем речь. Сегодня у первоклассников уже есть телефоны. И, соответственно, видите, они все их сдают в специальную коробочку. Во время уроков пользоваться нельзя. Привет. Вот как ты меня слушал. Петушок всегда клюет маленькое число. Значит, острый кончик смотрит всегда на то число, которое меньше. А с этим кабинетом ИЗО первоклашки еще знакомы с детского сада. Они тогда уже ходили и здесь занимались. И теперь по расписанию, когда у них изобразительное искусство, они рисуют и даже изучают иероглифы. Потому что в Артековской школе китайский язык дополнительный. Я думаю, вы уже поняли, что идет урок физкультуры. А куда нам идти? Куда ты побежал? Это что, кто неправильно? Значит, она работает. Идите. Вы идете гулять? А ты так не замерзнешь? Не замерзнешь? Давайте я закрою. Так, а сейчас у ребят по расписанию прогулка. Идемте с ними, посмотрим, в каком месте они гуляют. Старый, мяч!
ножки мелкие. А где? У меня вон. Вон, видишь, как я содрал? Я карича! Давай нарисуем. Ты что мою букву закрасил? Давай, очень сильно. О, давай пудру сделаем. Видишь пудру? Смотрите, без поганка. Где? Вот! Настоящая? Да. Вы будете ее есть? Нет! Правильно. Мы не хотим портить природу. Ну рассказывайте, что у вас тут? Там гриб. Рассказывайте, что у вас тут? Мы салат построили. Мы тут салат построили. Костя, а куда вот это? Да. Для кого? Для насекомых. Уже тут паучок поселился. Будут зимовать здесь? Да. У вас снег бывает? Да. Еда это получит. Смотрите, я хворост нашел. Вот положи туда. Ну, молодцы. Маленькая. Ничего, вырастет, будет большая. Манюненькая. Держите. Куда мы принесли его? Куда? Бегом. Вот, смотрите. Вам нравится учиться в первом классе? Да! Будете на пятерке учиться? Да! Я надеюсь, вам это видео понравилось, и вы смогли погрузиться в атмосферу детства, когда вы тоже были первоклассниками. Хочу вам сказать огромное спасибо. Ставьте лайк, жду ваших комментариев. Подписывайтесь на канал Капитан Крым. Всем привет из страны детства Артек.